Дуже важливе питання. Ну, давайте будемо вже чесними. Ну, по життю нам доводиться стикатися з багатьма різними людьми, і після одних ти відчуваєш себе прекрасно. Тобі хочеться жити, хочеться підкорювати світ, і взагалі ти переповнений енергією. Але є і такі, після яких ти відчуваєш себе таким, знаєте, витисненим лимоном. Взагалі не залишилося ніякої енергії. І ми будемо сьогодні говорити про балачки. Так, і сьогодні в цьому питанні все ж таки нам допоможе розібратися наш сьогоднішній ранковий експерт Наталія Якимова, психологиня, гештальт-терапевтка, тренерка з навчальної програми гештальт-терапії. Доброго ранку. Дякуємо вам, що ви завітали у наш сьогоднішній такий ранковий ефір. І одразу, знаєте, до вас запитання. От все ж таки, чи часто ми зустрічаємося з тими людьми, які от просто балакують і можуть якимось чином забирати всю нашу енергію, а ми про це навіть не усвідомлюємо? Так, звісно, ми зустрічаємося з цими людьми в различных аспектах нашей жизни. Мы можем встретить их в транспорте, мы можем встретить их в офисе. Это какой-то наш сотрудник может быть таким токсичным человеком. Кто-то из наших друзей может так себя вести. И самое неприятное, что кто-то из родственников. Там уже сложнее оградиться. Пані Наталя, а от є такий один момент. Звісно, ми не можемо відкинути норми суспільства, в якому ми живемо, і не можемо просто сказати людині: так, помовчи, іди геть, або не чіпай мене взагалі, щоб вберегти свої власні сили. На вашу думку, як правильно, от коли ти відчуваєш, що це комунікація токсична, вберегти свої сили? Ви знаєте, от я би прежде всього сказала, що нужно вичислять последствия. Є дуже багато способів. Так. Первый, конечно, способ избегать коммуникации, то есть установить дистанцию максимальную, вот насколько вы можете отдалить этого человека от себя. Но бывает так, что это ваш родственник, или как-то там принято, что нельзя, вот в семье вашей вы там собираетесь на праздники, то, опять же, вы вычисляете последствия. В зависимости от того, с какими последствиями вы готовы встретиться, вы применяете ту или иную технику. Но с токсичными людьми ни в коем случае нельзя говорить, что он токсичный. То есть нельзя ни в коем случае создавать конфликт. Максимально дипломатией. Потому что любой конфликт – это именно те люди, которые вот этим конфликтом и питаются. То есть если вы создадите конфликтную ситуацию, вы только подкрепите, это называется подкрепление. Так. Вы, наоборот, подкрепите его поведение, и все это обернется против вас. От тут є один важливий момент. От в такій ситуації, от як правило, коли вже людина на грані, щоб, знаєте, віддавати свою енергію, як себе заспокоїти, аби ось ця дипломатія одразу виявилася? Ви знаєте, зверху завжди знаходиться той, хто задає питання. Так. Вот. И можно, себе же нужно дать паузу, потому что, как вы говорите, они мастера, они просто вовлекут так, что прикоснуться к телу, будут говорить какие-то вещи там, и вы прямо как цыганский гипноз. Вы так потерялись и уже прям поняли, что вы уже там, в коммуникации. Вы уже, он уже вас вовлек. И тогда нужно дать себе немножко паузу, чтобы, как вы говорите, успокоиться. И так, где я, что со мной, что происходит? Немножко, может быть, подышать, да, как-то вдох-выдох. И вот тогда помогут вопросы. Но, опять же, вопросы разные, разные такие. А если это, например, вот мама может сказать, когда она кричит, там как-то вот вы уже вовлеклись, потому что это же мама, там же нельзя не ответить, и вы так прям, можно сказать, мам, что ты сейчас делаешь? Или что ты хочешь? Так. Что ты хочешь сейчас от меня? Мама, конечно, не ответит вам. А вот с родственниками аккуратненько. Но она... Дело все в том, что когда вы задаете вопрос, он летит в ту область мозга, которая начинает искать ответ. И, то есть немножко степень агрессии снизится. Вот. И, ну, еще раз говорю, там очень важен тон. То есть вот дипломатия, дипломатия, еще раз дипломатия. Если, конечно, вы готовы, вам все равно, вы можете разорвать этот контакт, то можно сказать, видишь, ты хочешь сейчас меня вывести из себя, ну, то есть раскрыть вот эту вот токсичность. Так. Но это если вы готовы уже расстаться с человеком, он вам не важен, вы не какие-то деловые переговоры ведете там, тогда уже вы жестко как-то ставите вопрос. Или, а, видимо, тебе важно, чтобы сейчас я был там таким дураком там рядом с тобой. Видимо, тебе важно. И человек так, ну, как-то...
А ну, если же все-таки вам важны эти отношения, mm-hmm. это на сотрудник, или это друг, или это... Ну, близька людина якась, так. Mm-hmm. Да, то тогда вы, конечно, говорите, ну, а что ты хочешь? Здесь важен тон. Вот в общении с токсичным человеком важен тон. Это можно буквально потренировать. Важен тон, вы говорите очень вежливо и очень спокойно. Угу. Так. Вежливость, дипломатія угу. – это основные правила в общении с токсичным человеком. А ось дивіться, якщо поглянути на іншу сторону саме токсичної людини, чому так вони вчиняють? Це відбувається, ну, нарочито, чи все ж таки вони це якось не контролюють? Нет. Смотрите, если мы говорим про манипулятора, у него есть цель дестабилизировать там вам, вас как-то ввести в какое-то деструктивное состояние, чтобы потом добиться своей цели. Но токсичный человек, как правило, он не понимает, что он делает. Это какая-то привычная позиция жертвы. Вот вы, как вы говорите, да, так. Там все в черном цвете, угу. и вы прям уже вовлеклись. Там, и вот у нас правительство плохое, угу. и там и коронавирус, и денег нет. То есть перед вами жертва. И есть такая психологическая конструкция, она называется треугольник Карпмана. Или да, треугольник власти, или вот треугольник mm-hmm. зависимых отношений. То есть почему вам так сложно выйти из этой коммуникации? Mm-hmm. Или вы потом уже говорите, Семен Семенович, я ж вовлекся, опять так. попался. Да? Вот. А, потому что вот это такая игра, но вот с токсичными людьми они не понимают, mm-hmm. что они это делают. И вот он просто жалуется, так привычка это... Так по жизни получилось. Это все идет из детства, из воспитания. Uh-huh, uh-huh. Мы не будем сейчас туда углубляться, но это тянется откуда-то. Человек, например, человек вырос в зависимой семье. Если там папа был, например, алкоголик, там, или, то это привычная схема. Мама была жертвой все время, uh-huh. и тогда ребенок усваивает эту позицию. Тогда он все время жертва, кругом плохие люди, агрессоры. Так. Значит, другой человек априори назначается. Он так себя ведет, что другой человек априори uh-huh. назначается агрессором. И он вынужден, там же происходит, это же игра. Такая, ну, маска, да? Uh-huh. И то есть за маской вот этой жертвы там очень много агрессии. Вы рядом с таким человеком, вот вы так. ощущаете, прямо вот вам хочется сейчас, как вы, я бы как врезал. И как раз поэтому, наоборот, надо немножко вот... Uh-huh. Тормоза. Вот, так. Да. А вот uh-huh. вопрос, то, что я говорила, uh-huh. важно задавать вопросы. Uh-huh. А вопрос, он возвращает ответственность человеку. Uh-huh. Вот вопрос летит в ту часть мозга, которая отвечает за поиск ответа. То есть он переключается и автоматически начинает искать ответ. Uh-huh. Он, конечно, не ответит, он, может быть, разозлится. Конфликт спровокующий да, больше. Провоцирует конфликт. Но факт тот, что в следующий раз он уже будет думать, что сейчас он получит вопрос. Ага. Отут, ви знаєте, дуже мені подобається ось ця тема. Є, от як ви сказали, що є певні жертви, так, ось сама конструкція сприйняття. А чи правда те, що кажуть, що от людина по життю, вона також може бути іноді токсичною? І це не каже так. про те, що вона жертва, просто, ну, просто накипіло і хтось потрапив під руку, і все. Да, так буває. Ми буваємо токсичними людьми. Да. А от до чого вів взагалі-то? Як розпізнати саме конкретно токсичну людину по життю і просто людину, наприклад, з якоюсь першу, угу. перший раз в житті зустрівся? Хороший вопрос, ага. Смотрите, вот я предлагаю делать такое упражнение. Если ты сомневаешься, угу. вот что там особенно вот... Женщина приходит на мужей и там жалуется, что так. там контролирует мой бюджет там, mm-hmm. или там, не хочет за что-то заплатить. Вот вы садитесь и пишите ну, такой списочек, как бы вел себя мой враг. Вот, ух ты. Вот у меня есть тайный враг. Ух ты. И он, вот я не знаю, что вот, как бы, кто это. Вот как бы он вел, чтобы он хотел, ну вот, mm-hmm. был деструктивным. И вы пишете список. И потом вы, ну, сравниваете поведение этого человека. Всегда так, mm-hmm. вот как вы написали, да, или нет? Или все-таки это ситуативная какая-то mm-hmm. случай, ситуация? Mm-hmm. Это так. одноразово. А скажите, пожалуйста, взагалі, если мы говорим про день балаканины, балаканина взагалі с психологической точки зрения, когда людина много говорит, что это свидетельствует про неї?
Когда человек много говорит, он, как правило, заговаривает что-то, заговаривает. Есть такой вот в гештальтерапии термин дефлексия, то есть он дефлексирует какое-то свое невыносимое состояние. Тобто це він як позбавляється стресу, так? Вот он дистанцируется таким образом от погружения в себя. Ага. Что сейчас, например, я беспомощна. И он начинает много-много-много возбужденно очень говорить, люди вовлекаются, и так. Прямо все, и он в коммуникации, и тогда все хорошо. Это привычный какой-то способ избегания. Угу. Привычный способ так. Избегания контакта. Угу. Чтобы не контактировать, надо вот много говорить, и тогда я контролирую ситуацию. Я заведу на любую тему. Вот, кстати, в общении с токсичными людьми очень важно уметь переключать тему. Вот вас вовлекают, вот там, тетя Клава, тетя Нина, да, ничего не могу по этому поводу сказать, но знаешь, вот как у вас вот вообще дожди-то прикрутились уже? Тобто на протилежну взагалі тему її повести. Заліло все, заліло. Или вот особенно, знаете, вот для токсичных людей характерно, они сплетники, интриганы. И ни в коем случае личная информация. Если вы уверены, что это токсичный человек, и вот, кстати, еще один маркер, вы говорите, вот это ситуативно, или это вы проверяете. Вот я после общения с этим человеком чувствую себя плохо, мне хочется там... А-ля, раз токсичный, то детокс сделать. Так, відпочити прям. Да. Помыться, там, послушать музыку, комедию посмотреть, ну, переключиться, да? То есть вы прям проверяете, это всегда вот так? Или у меня начинаются ссоры в семье, там, я начинаю вдруг ссориться, конфликтовать, я какой-то становлюсь не в себе. Вот, вы проверяете это. Это постоянно или это ситуативно? Угу. А ось дивіться, є ще така межа, тобто є ось ця балакучість, як ви кажете, відсторонення, а є просто комунікабельність. І де ось ця золота межа, щоб, знаєте, зрозуміти, що це чи комунікабельність людини, чи це те, що вона відсторонюється? Ви знаєте, це тільки от везде в общенні з токсичними людьми нужно очень внимательно смотреть в себя, свої ощущения. И все время проверять. К сожалению, токсичный человек настолько виртуозно вовлекает вас вот в эту игру, как я вам говорила, в наш треугольник Карпмана, это тоже игра. И он называется треугольник власти, потому что там жертва была. Вот понять, вы прямо вообще, вы не управляете, вы вовлеклись. Вот когда человек просто коммуникабельный, там есть контакт, это ощущение. У вас потом появится чувство радости, что вы пообщались с человеком, что вы поделились чем-то, своим мнением по тому вопросу, о котором шел разговор, а он своим. То есть произошел какой-то обмен. А здесь, вот как вы начали прямо спрашивать, что прямо как будто бы из вас что-то тянут. Вот так, відчуття такі, так. Там, вы какой-то обесточенный, потом прямо думаете, мне каждый раз приходится восстанавливать. То есть ощущение контакта, что был контакт или не было контакта. А дивіться, це в момент, що щоб токсичні люди не впливали на нас, кажуть, що потрібно якось дивитися, ну, можливо, їм там не в очі, якось кажуть, на переносицю чи ще щось. Да, ну, є таке, це називається, тобто, вот, говорять, енергія тече туди, куди направлено внимание. Ага. То вас токсичний чоловік вовлекає в ваше внимание. Ага. То есть вам нужно сделать раз фокусировку. Вот то, что вы говорите. Не вовлекаться прямо в этот конфликт, прямо, а он мастер, он же как бы сделает так, что вы весь там будете. Вы так немножечко смотрите, как волосы там. Ага. Пуговицы считать начинается. Там, ага. А вот он повторяет мне слово «паразит» там, да, сколько раз он его повторил. Тобто змінити фокус своєї уваги. Фокус, да. Или вот, ну, если обои там, или вот я желтые сейчас треугольнички тут у вас буду считать, да? Угу. То есть начать что-то считать, да? Вы не сможете там вот начать дышать там, но внимание на свое тело можно обратить. Угу. То есть точечки на обоях, пуговички на нем его, какие-то слова, повторы, да? Сколько раз он сказал слово «я»? И вы вот считаете. Я сейчас буду считать. Угу, да? Так. Вот. И, ну, вот это называется расфокусировка.
А скажіть, а якщо бути прихильником, от, наприклад, трішки більш радикальних методів, от, коли ти розумієш, що в тебе ось назріває така прекрасна комунікація, просто сказати «до побачення, мені не цікаво». І він тобі буде кричати вслід все, що хочеш. А ти «до побачення». Ну, я еще раз говорю, вы последствия вычисляете. Если вам не важен этот конфликт, контакт, то вы можете сказать, я понимаю, что ты сейчас делаешь. Я понимаю, что ты сейчас делаешь. Просто мені дуже подобається ось ця позиція, коли сказати токсичній людині, я розумію, що ти робиш, до чого ти хилиш, проте є певне питання, а він же ж буде намагатися ще більше тиснути, ще більше провокувати, так, і як там вберегтись? От ще раз, якщо ви залізли в конфлікт, якщо ви спровоцировали війну, будьте готові воювати. Последствия. Все время, прежде чем применить какой-то способ, но здесь вот, я говорю, здесь чисто тренировка. Ну, еще надо задать вопрос, а почему этот человек в моем окружении? А це вже більш глобальне питання. Тобто проблема може бути в нас. Да, а що я його привлекаю? Чому він все время, чому вокруг мене? Этот такой, что сам, как говорят, если вас что-то цепляет, значит, если вы за что-то цепляете, значит, из вас что-то торчит. Ну, и тогда надо посмотреть, а может, какая-то у меня есть какое-то качество, которое я в нем замечаю, и поэтому как будто, но я это в себе не признаю, я ж хороший, я розовий единорог, розовий попсик такой, понимаешь? Тут важливий такий момент, тобто виходить, що якщо, наприклад, людина просто так, без причини, викликає у нас роздратування, то це причина в нас. Может быть. А может быть по-разному. Нельзя вот взагалі сказать, вот, что вот это так. Понимаете? Надо каждый раз разбираться. Если у вас много токсичных людей в вашем окружении, то тогда вот то, что я сказала. Вы говорите, ну что же из меня торчит, раз меня это цепляет. А если это как-то разовое? А если это что-то разовое, то вы тогда просто вот... Ну, как ситуація, люди різні. Як я говорила, в транспорті може такий чоловік появитися. Ну. А знаєте, ще й момент цікавий, наприклад, якщо от людина токсична, то в мене було таке спілкування, що людині сказали дійсно, що він токсичний, і він так трошки наче і вибився з цього свого звичного темпу спілкування, і потім він просто казав, а чому так? А якби людина хотіла потім вийти з цього стану. Так якось токсичній людині стати не токсичною? Є якісь поради? Наблюдать за собой, если вдруг вам сказали, ты токсичный. Во-первых, это поведение само по себе. Токсичному человеку никогда не надо говорить, что он токсичный. Ага. Но если вы хотите сохранить коммуникацию, потому что это, если он по-настоящему токсичный, то он вот будет этим конфликтом питаться. Если же это вот правда несчастье человека, знаете, как говорят, вот особенно папа, вот так. Начинает так кричать, да, надо понимать, что он кричит не о вас, а рядом с вами. Это какое-то его качество личности, которое он не замечает. Это уже встроено в нем, то, что вы говорите. Он не знает про это. Он воспитан в другой парадигме. Он не может понять этого. Да? И тогда человеку, если человек способен сам себе сделать терапию, то, конечно, пожалуйста, он садится, он начинает спрашивать, ну, как-то так. Окружение свое. Слушай, вот мне вот там сказали, что я токсичный, это правда? То есть это не факт. Вот само по себе вот заявление, что ты токсичный, оно токсично. Ага. Токсичные люди как раз будут вас обвинять, что ты токсичный. Понимаете? Но это не факт. Надо всегда думать, со мной все в порядке. Если что-то произошло, я разберусь. Пані Наталя. То есть не вот, ну нельзя вот прямо сказать тотально, если вот так, то я точно токсична. Ну, кожен з нас індивідуальність, все ж таки, особистість і особистий підхід до кожного. Ми вам дякуємо, дійсно. Так, я хотів уточнити один ще такий момент. От після спілкування з токсичними людьми у багатьох буває таке, що вони просто там йдуть додому і ще раз думають цей конфлікт, продовжують щось з'ясовувати. В такій ситуації чи буде дієвим ось така дипломатія внутрішня? Коли ти не продовжуєш конфлікт, а просто кажеш, дякую, я не хочу з тобою більше спілкуватися. Так, і що, вопрос який? Ще раз. І чи допоможе ось ця внутрішня дипломатія? А, внутрішня дипломатія – це, ну, коректне відношення к самому собі, бережне відношення к самому собі. Я от, ну, можу повторити ще, що со мною все в порядку. Со мною все в порядку.
Этот человек делал не про меня, а рядом со мной. Угу. Как, знаете, как у нас есть такое выражение, не включаться в бред клиента. Ух ты! Да, ну вы не включайтесь в этот бред. Ну, да. Это бред, это его, угу. Как бы, ну, а-ля можно назвать бредом, если вам это поможет, да? Так. То есть вот как раз для токсичных людей характерно обесценивание, они же все обесценивают вас, ваши достижения, там, платится. Ну да, новое. Угу. А что ты решила, что оно идет там твоим волосам? Ну, как бы, да? Так вам надо, наоборот, обесценить этот конфликт, обесценить эту ситуацию. Так. Ну, разными, есть разные способи. Ну, как бы, ну, немножечко так отстрелить. Як це прекрасно. Ми дуже дякуємо вам, що ви розпочали уже день в нашій компанії. Це прекрасно. Так, і звісно, тепер будемо розбиратися, хто там токсично впливає, хто просто балакуючий, а хто, можливо, занадто комунікабельний. Отже, молодці, відео подивилися, а тепер зробіть те, що по-справжньому покращить ваше життя. Підпишіться на YouTube-канал «Правда тут». Обов'язково залишайте свої коментарі та подаруйте нам свої вподобайки, щоб ми дійсно знали, що цей матеріал, який ми готуємо для вас щодня, дійсно цікавий.